Всем привет! Продолжаем прохождение Far Cry 3. Давай быстрее. Так. Теперь идем за списком. Берегитесь, капитаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Так не нападут на меня же. Так, как забраться-то вот сюда? Как это место стало таким? Представь, как тут расти. О да, я слышу тебя. В 80-х это место процветало, всех кормили шахты. Ну да. Ничто не вечно. В жопу этот рай! Часто они же меня не должны, блядь, увидеть. Хули я, Ничего. Нужно попросить привал. Это не так и трудно. Сейчас мы всех тут, блядь, перехуярим. Да? Молодец. Как дела? Нормально, у тебя чё как? Ух ты! Блять, а! Тихо-тихо-тихо. Начали, блядь, тут. Снова пусто.
Может, у последнего что-то есть? У кого у последнего-то, блядь? А. Он охотится за капитанами! Так, тут я всех перехуярил. Блять, а? Блять, да вы заебали нахуй. Пидоры броневые, блять. Заебали нахуй. Да вы чё, суки, а? Так, на, в башку, блядь. Да, блядь, заебало, а. Блядь, ну вот без кипиша, блядь, не получается все-таки, блядь. Где? Он одет как мы. Его хоть прислал. Он охотится за капитанами. Блять, нахуй я это говно, блять, беру. Так, все. Не список. Ну что это? Записка? Покиньте территорию. Валим, валим нахуй.
Сэм, я пришел в храм. Убил трех парней. Пусто. Списка у тебя так и нет. Я печален. Я. Да, но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Это важно. Тогда список будет у них. Я снова счастлив. Сейчас я должен сделать одну работу для Хойта. Пойдешь со мной за компанию? Да. Гудеба! Встречаемся на плантации. Мне нужно кое с чем разобраться. Так. Я хули вот так вот сейчас. Да. И вместиться, блядь. Хует хуёт. Так, отлично. Где, блядь, перекупский шкаф-то мой, блядь? Ага, хуй в нос. Нет у меня перекупского шкафчика, блядь, моего. Так, а чё, блядь? Ну-ка. Где этот-то, нахуй? Блядь, нахуя она как? Вышка-то, блядь. Вообще пиздец. Так, это чё тут? Конопля. Конопля растёт, блядь. Давайте, нахуй. Начинайте. Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Блядь. Ладно. Блицкриг! Серьезно? Так. Ну-ка нахуй. Сюда, блядь, все нахуй. На бочку, блядь. Деньги на бочку, все на бочку, блядь. Бой. Я. Хойт пошлет своих псов убрать дела. Класс. Я развяжу мину. Прикрой. Гори, стукана! А, блядь. Ёбаный. Пошел бы ты нахуй. Жарковато тут. Пиздец тут, блядь. Просто пиздец жарковато, нахуй. Блядь, нихуя. Да заебали эти псы ебаные, нахуй. Блять, опять нахуй. Блять, да иди нахуй. Блять, да ёбаный в рот, где я застрял-то опять? Где этот пидор, блядь? Это вроде! Время против нас! Здесь еще одна! Прикрой! Защищай бомбу!
Лезь по лестнице на крышу. Готовься. Блять, надо уколоться. Есть. Да блять! Уничтожь эти джипы! Да ты чё, сука? Хорош. Времени мало. Надо идти. Подожди, блядь, дай я патронов, блядь, пособираю, хоть ёбаный урод. Блядь, снайперы! Где я его? Не вижу, блядь. А вон он, сука. Блять, тут чё? Так. Давай, 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 брат. Становись вон к тому орудию. Мне так спокойнее будет. Да блять, а? Сука! Пидор, блять! Бочко, блядь. Ух! Где? Вот он, блядь. В смысле, сбей, блядь? Да блять, а! Да блять, вы заебали нахуй. Так. Здесь. Это последняя мина. Прикрывай.
Становись вон к тому орудию. Мне так спокойнее будет. Да блять, опять. А? Блять, вертушка есть. Внутри теплицы пираты! Блять, да где он? Да ты заебал. Где? Где ты, пидор, блять? Так, нахуй. Фух. Я скажу Хойту, что ты работал со мной. Под маслом босса, я? Но у меня нет списка. Я о списке. Меня осенило, где он может быть. В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников. Ты подожди, да я обшмонаю это хоть, блядь. Тут... По-человечески-то обшмонаю все. Отлично. Ой, аптечки, о, деньги. Нахуй. Надо калаш перекрасить, блядь. Да у меня хуже уже все есть. Все. Патронов, блядь, гора, всего гора. Так, все. Лагереха. Эхо. 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 Так, давай-ка в деревню Монаки переместимся. Сейчас все продадим. Все, блядь, чин-чинарем сделаем. Я сейчас, блядь, калаш, наверное, перекрашу. Динго.
Так. Чё мне штурмовая винтовка, калаш, изменить. Так, пустыня у меня, да, он? Джангл, джунгли огненный, черный, полосатый, сельва. О, давай вот такой вот. Пойдет. Пойдет. П-21, что за винтовочка такая? Купить. Давай. Нихуя! Вы чё, блядь, издеваетесь, что ли? Ладно, хуй с ним, блядь. Так, у меня вот эта винтовочка, да, сейчас? Так, какая на нем обвеска? О, глушитель, вот, глушитель точно, блядь, надо. Глушитель надо, блядь. Мощный оптический прицел, прицел с подсветкой. Прицел со светящимся перекрестием. Полезная вещь для стрельбы в темноте. Мощный оптический прицел с сильным увеличением для стрельбы по очень далеким целям. Нажмите R3, чтобы изменить кратность. Так, возьмем. Так, 3 обвески, да, я могу максимум. Так, и так, раскраску надо сделать. А у него никакой, да, раскраски нету. Давай-ка хром. Блять, на какие, блять, пулеметы? МКГ. О, новый пулемет появился. Его не было раньше. Его не было. Его не было. Ого. Это добротное оружие. Ася, это добротное оружие. Израильская копия легендарного АК-47. У него такие же базовые характеристики, но чуть выше скорострельность и ударная сила. О, дробаш новый. Спас какой-то. Пистолеты, пулеметы. Вектор. Вектор 45. Современная модель, в которой скорострельность сочетается с небольшой отдачей. Достаточно точное оружие. Неплохой выбор для ближнего боя. АБЗ-19. Ну так, так, так. А вот пистолеты, что там? Магнум. Блять, Д-50. Этот пистолет отличается высокой убойной силой. Из него можно стрелять, скользя по тросу. С ним не просто обращаться в связи с сильной отдачей. Вот это вот, блядь. Блядь, у меня денег не хватает. Чё за хуйня? Гранатометы. Что за эксклюзивное оружие? Так, карту на какую-нибудь купить. Обезьяны, блядь, бегают, нахуй. Так, вот точка у меня. Паузу. Сейчас быстренько перекурим и дальше пойдем. Так, идем дальше. П-51.
Парам-пам. А, кстати, что у нас с навыками? 4 очка. Трюс гранаты. Убийство тяжеловесов, вот это на тоже. Выполните все требования. Какие требования, блядь? Вы не можете? Нужно приобретенных бронежилетов 3. Нужно завершенных поставок. Что за поставки, блядь? Убийство из танковых орудий. Паук, чё по пауку у меня? Красочка какая. Так. Пойдем в вышку, блядь, захватим нахуй оттуда и все, блядь. Ой-ой-ой. А, ну хотя нормально. Да пошли они нахуй, ёпть. Блять, да заебал. Я говорю, пошли они бы нахуй. Блять. Вот это место. Надо сделать снимки главарей. Малиновый свет искал нас долго. Танцует во тьме пара влюбленных. Так. Не совершайте агрессивных действий. Хорошо. Чего проще? Да пофиг.
Так. Блять, да что такое? Нужно послать домой денег с получки. Отсюда все будет видно. Один. Вот этот список. Я заберу его. Ты что творишь? Пора надрать кое-кому. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Блять, нам было его ебнуть, козла. Какого? А, подожди-ка, блядь. А чё, мне там не спуститься? На трассе, блядь, никак. А вот он трус, ёпта. Блять. Надо, блять, зарезать этого козла, блять. Чтобы он кипиш не поднимал. Я спокойно, блять, мог свои дела, блять, делать. Вот этот список. Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Вся жопа. Блять, а как чё делать-то, блять? Куда мне надо, блять? Я понять не могу. Вообще не могу. Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Нихуя. Блять, ну пиздец. Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Найдите РПГ, уничтожьте пиратский джип. Да хули это РПГ, бля? Эй, ты что,
творишь? Черт, их нужно остановить! Блять, а как нахуй? Вот этот список. Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то блять, ты заебал, а? Да блять, ну ты заебала! Ёбаная хуйня, ёбаная хуйня. Так, надо, блядь. Паузу перекурить. Так, а хули? Я заберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Эй, ты что творишь? Черт, их нужно остановить! Тихо. Тихо. Ебать! Блять, как мне туда-то опять подняться? Вот, наверное, туда. Да блять! Да втыкай, блять! Твари, блять, все. Ладно, сейчас я их издалека нахуй сниму, блять. Снайперки, ёпти.
Да блять. О-хо-хо-хо. Блять, он, сука. Блять, пидор, а. Все, блять, горит, ебать, нахуй. Хуярит-то меня, блядь. Отлично. Куда-то подняться, блядь. Пойми, блядь. Опа. Иду вперед, прикройте! Опа, опа. Блядь. Я прублю сирену! Блять! Ох, кто это? Давай! Пиздец! Охуеть, просто. Для прикрытия! Погоди, пустой! Иду вперед, прикройте!
Блять, нахуй я это сделал? Клонский журнал. Бенгаймин. Так. Рододендры. Блять, надо приготовить, кстати, блять. Зелье, блять. Хватит пока. Давай. Плохие дела. Пора отсюда сваливать. Ёпты тебя куда? Хорош. Ушел. Пасть врага. Сэм, готово. Я достал список. Я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Так. А, нет, вот же. Ближайшая вышечка. Да ладно, хуй. Я рыбчик играю, Все, сука, держись, блядь. Джейсон, как твои планы убить Хойта? Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Доберитесь до штаба Хойта. Блядь. Где-то вход, значит, есть, блядь. А, вот он. Здорово. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Это Фостер. А перекурить, блядь? Спасибо, Сэм.
Иди покури. Ты, да. Садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер? Конечно. Но знай, я вижу людей насквозь. Ты непоседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте, я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3, чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Я. Рабы покупаются и продаются по всему миру. Так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Че ебанутое, блядь, ладно. Сознание. О, я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Новенький думает, что он особенный, потому что болтает с Хойтом. Так. Хойт болтает со многими рекрутами. Он говорил с Васом. Где он теперь, а? Так, быстренько на перекур сделать. Так, идем дальше. Пираты остались без вожака-психопата, теперь они еще менее предсказуемые. Че, вниз он типа говорил спуститься? Тебя привел Сэм, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим отморозком нужно бежать. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что Вас убит. Его прикончил какой-то Джейсон Броди. Я поражен. Куда это уходит? Кто слепнет Броди, получит кучу бабок. Он придет на свидетельство через месяц. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает, что хочет. Да? А, да! Нет тебе кокоса. Эй, вот оно, блядь. Вроде ж дуб говорил, что тут нет людей. Вон они! Хватай их! Бежим отсюда! На помощь! Пусти меня! Кидай в кузов!
сюда. Ну, чё, давайте. Конец наступит. Делай дело, и Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь. И помни. Улыбайся. Ты в объективе. Вот, пленник для допроса. Угу. Блять. Райли. Блять. Кто ты? Твое имя. Что? Твое имя! Нет! Райли Броди! Ах, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Райли. Док Джейсон? Ты жив. Какого да. хрена ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. Да. Эрдо. Эрдо, блядь. Удерживайте. Блять! Блять! Кем я стал? Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте давай, время. Давай. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично! Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Das ist gut, ja? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Глубокое прикрытие. Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти. Проберитесь в центр связи, блядь. Ну, это открыть вон вышечку там, блядь.
Так. Вон она, вышечка. Машину вот взять. Бал я в рот нахуй. Ой, блядь. Я даже трогать животных нахуй не буду. Балай в рот нахуй. Тихо, это кто? Это медведь, ёпты! Блядь, нихуя себе. Да ты ебанулся, блядь, что ли, а? Да нахуй он мне нужен, блядь, пунцовый, блядь. Заебись, все зачехлился.
Так. Блять, как мне туда-то попасть? Я? Блять, пока понять не могу искал нас долго. Твои соленые губы разбудят меня. Блять, а. Эй, блядь. Эй, зовут лошади, блядь. Все, заебись. Ебать! Чё? Срань господня! Кто мог такое натворить? Хуя я их, блядь, тут перехуярил, ёпты. Так, пойдем-ка, блядь. Блять, а. Так. Так. Парам-парам-парам-пам. Блять, да что ты не прыгнул-то, пидор, а?
Да блять, ну ты же... Блять, чё я не могу нах? Блять. Так, давай по-другому. Так. А по-другому тут и нихуя. Так. Стоим. Наверх. Смотрим. Бам-бам-бам. Так. А, хорош. Ай, хорош. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Блять, вот эти прыжки, они просто заебали уже. Так. Опа. Тихо, тихо, тихо. Хорош. Просто, блять, пиздец. Тихо. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, а чё, и чё, и чё? И чё? И куда? И чё, блядь? Блядь, что-то я пока нихуя не пойму. А, блядь, куда идти-то? О, какая-то, блядь, хуйня. Ага. Вообще нихуя не пойму. Блять, использовать что-то L3 было. О, вот. Все, заебись нахуй. Ебать эти вышки, блядь.
Все, давай сейчас на задание пойдем. Так, во. Хули этот пунцовый? Чё за пунцовый, блядь? Так, а чё у нас тут? Виктор. Этот, блядь, там так-то, блядь, такой. Дробаши. Штурмовые винтовки. Израильская копия, хули, легендарного АК 47, легендарного 47-го. Блять. Кстати, на создать. Вот три лекарства, заебись. Пора отключить Хойту телефон. Блядь. Тихо. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь набор С4. Это единственный вариант. Угу. Услышал. И оставь немного С4 для стальной двери, запирающей вход в бункер, я? Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Блять, меня палит, ну.
бежит к бункеру. Поверить не могу, что ему платят больше. Охраняйте бункер! Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка. Блять, эти пидоры, а! Да блять, ну скали ты себе, конь! Сука, сидишь, блядь. Блядь! На, нахуй. Пидор, блядь. Нормально, нахуй, я ему в башку, блядь. Со снайперки выстрелил, блядь, с глушителем, блядь. Так. Идите, суки, блядь. Да хули я тут, блядь, всю базу опять снес, ёпти. Сюда, суки, блядь, идите нахуй. Блядь. Сука, куда идти-то, блядь? Блядь. Что-то я немножко не туда, блядь, заблудился я. Блядь, а. Ёбаные горы, блядь. Сейчас пизда вам всем придет, блядь. Так. Сука. Не лебезите, блядь. Так, вот все. Бля, да где вот бункеры. Так.
эта зеленая хуйня мне нужна. Блять, да почему я опять-то упала? Так. Сам, бля. Он бежит к бункеру. Маленьким нельзя давать оружие. Блядь, нихуя себе! Блять, ничего не попутал там, ёпты. Так, давай, о. Да. Блять, а. Надо было хоть отбежать, блять. Пора отключить Хойту телефон. Блять, чё, всё заново, что ли? Привет, сэр. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наёмников связи. Пиздец. Пройдёшь через подземный... Ладно, позже продолжим. Пока сейчас всё...